Господи, так это ничего себе, я же на... Ну что ты поешь? А зачем? Для чего? Чего вы ерунду какую-то несете? А что ты на камеру смотришь? Тупые. Вы что несете какую-то ерунду? Что ты всех оскорбляешь? Я вас даже не видел. Вы что, вы-то тут что кричите? Я Диане говорю, что она говорит. А ты что мне говоришь, что-то будешь? Зачем ты говоришь, что вот эту ерунду сейчас на данный момент? Я не ерунду говорю. Ну, для чего эти цветы? Солнышко, тебя порадовать пришел. И извиниться перед тобой, чтобы ты не нервничала, на меня не кричала, не оскорбляла и не дралась. А сколько будет у тебя уже извинений? Мне уже так. Всегда цветы буду каждый день тебе дарить. Вот ты именно что должен цветы к ногам мне. Вот вставай на колени и дари мне цветы. Как джентльмен. Че ты перебор сейчас, да? Ну мне правда, я уже устала, реально. Можно без повода дарить цветы? Да, на, держи, пожалуйста, я тебе цветы дарю. Сколько извинений в день уже? Вот сколько? Ты вот сам стоишь и улыбаешься, вот, понимаешь? Ты же не можешь цветы преподнести красиво. Нет, я просто улыбаюсь от твоей красивой улыбки, реально. Просто я не могу, когда ты вот так улыбаешься, ты меня прям такое восхищение внутри. Не, реально, искренне. Я тебя, неужели нельзя просто цветы дарить? Вот без... Вот, смотрите, как. Прости меня, пожалуйста. За что? За то, что я на тебя накричал сейчас. Я был неправ. Ты осознаешь это? Да, я осознаю. Искренне. От души цветы? От души. Клянусь, от души. Потом они в меня полетят, да, как в прошлый раз? Нет, ни в коем случае. Завтра второй букет будет. Ну, бери уже, не ломайся. Не, букет красивый, шикарный, мне нравится. Люка, уже так уж и быть. В смысле так уж и быть? Ты должна их также принять от души. Вот ты, когда просишь извинения, чтобы больше такого не было. Хорошо. Понимаешь? Думай своей головой в следующий раз, а не одни места. Спасибо, Лен. Тебе принести этот какого? Да, пожалуйста, принеси вазу. Сейчас.